Тёпушка, защитная нужно будет, нет? Сколько она стоит у вас? 1000 рублей наклейка в подарок, то есть за услугу была. Мне надо подарок подарить, чтобы он скрыл. Ну, придётся, я понял. Если что-то подумать. Мы вас брали, я так понимаю, вы раньше были где-то на восстании, да? Нет? Магазин у вас не было на восстании? На восстании. Селенин, да? Так нужно быть, то сами написано. Да, Селенин. Да, вы уже поедете. А? Да, у него основной номер, это имей. Ну, у меня зрение плохое, я ничего не вижу. А, слушай, давай. Это прям все с цифрами, да, дети? А этих еще у вас аккумуляторов нет, да, таких надеваются, которые? Таких нет. На iPhone? Ага. Так. И чего? А? Зато удобно. А внешне носить? Ну, это не мне, поэтому я... Девушки или кому? Нет, парни. 60-ка и хэф вот эти, которые идут, это он про компанию. Не, ну такие-то ладно. Идут, не просто стилизованные идут под айфон. Открываем тогда? Монодок. Да, конечно, открываем. Сколько он меняет теперь сейчас? Сколько у него там, 5? 10. О. Ну, если не захочется, то надо ходить. Да, все нормально. Ага, окей, все. Включай. Я хочу, чтобы ты расплатил. Заплатил? Когда заплатил? Крепкая, бля, симпатия. Ну, вы будете пользоваться, да? Не-не-не. Ну, у вас самая дешевая цена. В остальном все явно развит. Сколько примерно у меня? 899? Да сейчас уже вот. Ну, ничего не заработали. А, да. Ну да, плюс самолет. Просто вижу. О, да, вот он пишет на всех языках, сейчас не хау будет написан. Вот эти вот, видите, темные. Честно говоря, вот так под таким углом, что я не видел. А что там такое? Ну что? У нее экран погас. Нажми. Не видишь? А, да, все, не видишь, но даже Ренат, ты у нас видишь брата? А. Это что, прикол? Ну да, косяк другой давай. Слушайте, ну это вообще, конечно, издевательство над вами. А? А сколько дисплей там стоит? Те же дорогие у них дисплеи будут? Да, он не активированный, он по гарантии ведет. А, ну да. Поставщику отдадим с этим, проблем вообще нет. 64 золотой, это последний. Отлично. Есть бейнгрейдл, 128. А 128 сколько? Блин, ну нет, она не видит. Сейчас. Да, не нужно отправить. А с другого магазина у вас нет, он не будет? 64 золотой. Сейчас секундочку. Ну там 16 гигабайт. Мне 16 гигабайт не надо. 16 гигабайт я понял, 64 нужно золотой, да? Угу. Часто браки? Вообще, на самом деле, редко. Я первый раз их не скрывал. Потому что я не везучий, я прошу. 128? Миша согласует такую стоимость? Если согласует, у меня про... Что? 128, если скидку сделал, 10. Миша просто даст, там согласует, у меня согласует, если согласует, у меня...
Пудал с 8 на 82 готов будет. Это очень удобно. Ну, может быть и выгодно, но у меня деньги тоже не резиновые. Здравствуйте, кажется, как меди. Прямо вы проходите, вы в салон связи, где Рин Склад написано. Объемцы, память? Это 80-70. Да. 16 гигов. Сильфы, где? Часы, подарки, там следующий выезд, который. Сильфы? 16 да, вот, вот такой материал. 82, да? Угу. Тысяч равно. Прям все деньги с ней забрали. Что, все хватило? Ну 128, да, это включается? Нет, это 64. Сколько здесь? Тут равно сколько должно быть. Тут должно быть 10. 10. Да. Так, там 128, да? 72 дали, да, уже? Пересчитайте, пожалуйста. 82. Я сейчас позвоню, есть, да, ну подожди, считай, сколько там? 72 вы отдали. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 82. Да. 82? Да. Ну, с учетом этих, да, да. Сверху, да. Какого жарко. Да, что-то народу мало. Я кошку. Можно теперь я буду открывать коробочку? Ну, все равно будем скрывать, проверять. Не, ну, думаешь, у меня неудачная 100, рука такая? 128-я память за, в принципе, за, так, за такую, ну, с хорошей... Мне кажется, он будет столько стоить у нас примерно, да? Он да, он примерно будет плюс-минус там. Ну, может быть, там скидка 3000. Ну, плюс 128 гигов сейчас, как бы, оно 4К снимает, а 4К хранится очень много. Тут, единственное, что мне нравится, что вот в плюске, просто плюс человеку точно не надо, слишком большой для него. Мне нравится, что там есть фокус, автофокус, кажется, какой-то. А стабилизация, да. Да, стабилизация, да. А в этом нет. Но, это проекшн съемки видео. Да, да. То есть, если вы бегаете там с ним или на сноуборде катаетесь или еще что-то делаете, ну, то это да, актуально. Короче, купить GoPro. Да. Это она? Нет, это аналог. Да? Давай. Давайте сами, включите сами. Так, iPhone 6s, Gold 128 гигабайт, и мне отдали. Единственное, что тебе перепечатать надо будет. Понятно. Потому что я на люди. Потому что дальше уже не получится. Только уже потом. Наличный калор? Наличный калор? Хорошая шутка, я даже... Жим-жим. Камера побольше. Камера лучше. Вообще самый основной плюс — это новая камера и селфи-камера очень хорошая. Ну, 2 гигабайта оперативно. Да. Что-то, потому что, мне кажется, для большого один было маловато, явно. При таком экране. Консуматор это плохо. Ну, он тут шок-видео 18 плюс без регистрации смс. Нет, это там. Не-не-не, это нормально. Вы что, угораете? Что там потеет? 70 косарей выкинул. Что, нормально? Все, перепечатка, да, делай, расскажи, да? Так ты показывай, тут поставь тело на камеру, видно, да, там работает. Да, да, да. Давайте сюда на коробочку положим. Давайте вы. Окей. В любом случае, если вы сейчас будете его активировать, вы хотите сейчас его активировать? Нет, нам посмотреть только камеру эту, активировать его надо через аккаунт. Нет, активировать его можно прямо сейчас, но гарантия начнется прямо сейчас. Вы когда будете дарить? Завтра? Так что не убьет, да? Ну, тогда симочку нам нужно. А есть у вас?
что без симки он не активируется. Так, назад. Сбер. Русский. Для активации? Это рабочий, да. Ну, зато потом будут хвалить из-за того, что... Да. Не помню, какое там окончание Wi-Fi? 2.04? 2.04. 2.02. Друзья, активируем второй iPhone, достали из коробки, это я поясняю для видео, для подписчиков YouTube. Первый iPhone, 64 гига, оказался с бракованным дисплеем, и такое тоже возможно, поэтому вскрываем. Дальше, соответственно, будет вот этот запрос. Полная, да? Значит, ничего мы здесь не будем настроить Touch ID позже. Так, параметры пароля не добавлять пароль. Продолжить. Настроить как новый, потом он все сделает сам. Просто сверху. Так, нет, Apple ID не забыли, вот так. Нет, Apple ID у нас. Настроить позже в настройках, не использовать. Включить Siri позже. Не отправлять. Стандартно. Далее. Нажимайте. Значит, вот. В принципе, телефон готов к использованию. Слушай, а можешь здесь номер, да, скинь мне номер, пожалуйста. Ну, я не буду стримать, я просто... Дай попробуем. Да, да, я понял, хорошо. Да, а камера у меня сидит как? Широко. Она не широко больно. 6S или 6R? Ну, нормально. 6 мегапиксельная стала лучше. 6S или 6R? Так, что еще надо проверить? Звук будет звук. Да, давайте тогда как-то наушники. Ну, наушники могут другие. Да, да, лучше другие наушники взять и настройка. Сразу проверяем вибрацию. Он вибрирует, все нормально. Наушнички аккуратно ставьте. А, тут есть. Это же неудобно. Давайте, давайте втыкать. Нет, да. Вот, все, теперь откнули. Просто рингтон послушаем. Есть? Почему тут слушать? А потому что это настройка, мы можем, да. То есть музыки нету, мы не послушаем, да. Ну все, окей. В принципе, тут же экран можно сразу, подождите, посмотрим экран. Точно проверяю. Так, здесь у нас. Сейчас подожди, я там ярчить. Максимальная яркость. Вижу, битых пикселей нету, пятен нету, ничего нету. Ну и минимальная яркость, как бы тоже комфортно. В принципе, этот телефон полностью рабочий. Так, пейджес. Господи, как курица тут. А телефоне как? В основные, да? Основные, да. Об этом устройстве, если вы хотите посмотреть объем памяти. 114 гигабайт. Как за 180 лет 114 вставляет. А это маркетинг, да. Это маркетинг. Все? На заводские скидываем или оставляем так? Давайте скидывать, пускай настраивается. Ну, грубо говоря, на процедуру активации повторит. Да, пускай он. Я просто обычно говорю, там просто сигарет модный, еще и дороже почему-то. Ну, дороже от того, что больше скопить. Цена-то у них везде по закупке. Ну, в принципе, сейчас лучше всего пленку и наклеить, наверное, стекло наклеить, как бы. А, ну, видите, у вас денежка закончилась. Совсем денежка закончилась. Контент и настройки. Просто последние деньги. Apple выжила, причем не мы, а Apple. Что? Ну, что 64-ка, типа, бракованная.
человек отдал просто последние бабки за 128. Это ладно, ну все, что если 10 тысяч плюс 64 гигабайта, это выгодно. Потому что расширить никак не получится. Да. Он такой один подставной телефон, знаешь, что это? Без выбора, просто маркетинг. Ну, сейчас так. А скидочки потом какие-нибудь, может быть, у вас будут? Да, на аксессуары всегда скидочки. На технику запас. Сами видите, какой. Просто этот телефон подлежит официальному гарантийному обслуживанию на территории любого сервисного центра в любом городе Российской Федерации. Ну, это самое главное. Европеец, Америка... как бы LTE, да, то есть без каких-либо проблем. И все, так, мы выключаем. 24, 24, 24. Прогрея ничего не стыга. Да что. Сейчас еще протрем. Так, лежите на руках, нести, пылинки сдувать. Я, блин, тогда сразу подношу. А, это ваш? Это ваш? Это ваш пакетик дать? Тебе подали? Да. Пакетик дать? Да, если можно. Лишь надо еще поколоть мне подарить. Только открой один тоже. Ты приедешь. Все, спасибо большое. Счастливо вам. Пожалуйста. Приятного использования. Всего доброго. До свидания.